Итак, всем привет, с вами Багираев. Вот, сделала такую продуктовый сбор. Думаю, где-то на 2-3 дня. Даже до 3, до 5 дней этого хватит в походе. Думаю, где-то от 2 до 5 точно хватит. Вот здесь у меня овсянка, сгущенка, энергетический батончик, еще одни два, тушенка, вермишель быстрого приготовления, чернослив, пюре быстрого приготовления и арахис. Так что я думаю, этого вполне хватит от 2 до 5 дней в поход. Вот. Так что думаю, где-то собраться в поход. Ну а там уже посуда, это уже совсем отдельный разговор. Так что я думаю, этой продуктовой раскладки хватит на 2, от 2 до 5 дней. Думаю, хватит. Думаю, где-то идти с ночевкой на 2-3 дня. Так что, думаю, этого мне точно хватит на 2-3 дня. Ну что ж, забыла еще сказать, там чай еще есть. Ну что ж, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами была Багираев. До новых встреч, до новых видео. Всем удачи, пока-пока.